«Свобода слова. За или против?» Именно так называется мастер-класс, прошедший 6 ноября на факультете журналистики РГГУ. Его ведущим стал американский независимый журналист Майкл Бом. Чем обусловлен выбор приглашенного гостя? Да ничем не обусловлен, моим желанием, потому что Майкл Бом яркий персонаж, он американский журналист, а у нас сейчас к Америке относится как к чему-то совершенно просто экзистенциально враждебному. И вот пусть посмотрят студенты, журналисты на совершенно нормального человека, без хвоста, без рогов, из плоти и крови, который говорит нормальные вещи. Частый гость федеральных телеканалов и радио «Эхо Москвы». Человек, живущий в России уже 17 лет. Журналист-международник, исследующий русско-американские отношения. Майкл Бом не понаслышке знает о проблемах, которые сложились между двумя странами. Информационная пропаганда, отсутствие независимых СМИ, разница между российской и западной идеологией. Именно об этом велась оживленная дискуссия в главной аудитории факультета журналистики. Самая главная разница для меня – это что в России федеральные каналы, они государственные, а в Америке они частные. Чего вы ожидаете от молодого поколения журналистов? Чтобы они боролись за свободу слова. Я понимаю, что здесь очень сложно, потому что, как я говорил в презентации, против лома нет приема. Есть проблемы со свободой слова в России, они институционные проблемы. Но если выбрали эту профессию, чем больше свободы слова, тем лучше. И для них, и для России в целом. Антон Кондрашов, Елизавета Чернецкая. Специально для СТК.